Мес. Рой. Рой. Лежать. Месич. Сидеть. Лежать. Да, молодец. Лежать. 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 Да, лежать. Лежать, хорошо, да. Молодец, лежать. Держите его, вот тут рука, и вот это. Лежать. Да, молодец, лежать. А теперь еще раз руку отодвигаем и держим. А вы скоро встретим. Нет. Опять лежать. Лежать. Да. Корм есть? Нет. Он встал. Скажи, корма нет, что я буду вылеживать? Месси лежит у нас? Ну, уже ж отпустила. Ну, лежать. Еще полежать. Где наша выдышка? Хоть минутку полежать. Месси, лежать. Нет. Месси. Рой. Нет. Месси. Нет. Месси. Лежать. Сиди. Да, молодец, лежать. Что, одну дали? Лежать, хорошо. Месси, Лежать. Так, давайте Роя на курме. Вот рой, сюда возвращаемся. Да, вы не ходите, вы на месте стоите. Вы на месте, а рукой ему обходит. Он должен сам обойти за формами. Месси. Ой. Обход, с ума сошел. Ну, понятное дело. Ничего страшного. Вот как Месси, посмотрите. Вот видите, как он обошел. Это как у тебя? Нет, рой, нет. Обход. Рой. Давайте, ничего страшного. Месси еще раз назад сидеть и опять обойти. Не-не-не, это как бы не смешно. Это бунт. Давай, еще раз. Понятно, где? Стой. Обход. Нет, наверное, какой-то более похожий корм. А можно ваш корм? Сейчас. Обход. Что такое? Сейчас. Это очень полезно для них общение щенков. Это лучшая социализация. К... Это ваш возраст, потому что. Для них это очень... Ох ты, красавчик, летишь прямо на меня.
Да, оба, они тут у меня в камере только так красивые. Мелькают. Ничего страшного сейчас не происходит, не переживайте, ничего. Это нормально для щенков поведение. Он не кусает, не дает просто. Да у нас такой артист, только не это чуть-чуть больно вещит сразу. Но это нормально, он щенок. Для... Раз молчит, значит все нормально, потому что он такой сразу вещит. Я смотрю, насколько кто будет доминантный парень-то. Такой сразу. А он правильно делает, он чувствует, что тут по весу тяжелее, что ему напрягаться, он правильно все делает. Это еще пока рой поменьше, он сейчас подрастет, буду тут вдвоем давать. Не обижай ребенка. Надо громче, Вайс. И так эмоционально. Мэйс, ко мне, скорей. Да, и к себе. Придерживаем. Уж коль держали, надо держать, он сбежит. А мне. И пристегнули. Молодец. Сидеть. Ай, молодец. Ай, хороший мальчик. Молодец. Со мной. Идем. Месси. Месси, лапы. 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 Ай, молодец. Ай, молодец. Да, и обратно то же самое. Вход. Аня, жестче. Команду жестче. Давай, дочь. Да, молодец, хорошо. Но не хочет, значит, пока без этого. Он хочет играть с щенком. И вот сюда лапы делать. Да.
Как лапки? Отводишь и сюда. Лапы. Команда лапы. И он должен лапы да, искать, он должен лапки да? искать. Лапы, Рой. Первый раз можно, в принципе, угу. вот так показать. Лапы. Лапы. Держать его, чтобы угу. он не боялся. Лапы. И покормить здесь. Молодец. Да, молодец. И вниз ему. Да, угу. сказать вниз. Угу. И пошли вниз. Опять обход делать. Угу. Только не на месяц маршрут, на свой. Угу. Карабин у Месси должен быть всегда правейший. Месси последний раз делает маршрут. Молодец. Идем. Месси, обход. Да, молодец. Нет, обход. Бежать. Обход. Да, умничка, да, да, да. Идем, нет, нет, Месси, идем. Месси, идем. Месси, идем. Рывочками, да, отпустили? Да, вот так, правильно. Месси, лапы. Месси, лапы. Ай, молодец, ай, молодец. Да, да, да. Все потерял, все. Все, молодец. Попробуйте лежать. Лежать еще мы. Ну ничего страшного, это все временно. Рой, нет. Рой, лежать. Лучше с положения сидеть. Ройчик, сидеть. Да, хорошо. Лежать. Да, да. лежать, молодец. Хорошо, умничка, да, хорошо. Хорошо. Руку потом молодец. Чуть-чуть убрать и опять молодец, покормить. Молодец, умничка, молодец. Лежать, хорошо. Лежать. Чуть-чуть дать, лежать, не прям много. Умничка, убрать лежать, руку с корма, потом позже лежать, еще дать, пока лежит. Лежать, хорошо. Только каждый раз подтверждайте. Молодец, да, да лежать, хорошо. Да, лежать, молодец. Да, хорошо, лежать. Лежать, Ройчик. Да. Хорошо. Ай, молодец. Да, молодец. Лежать, Ройчик, хорошо. Попробуйте молодец. Встать, Ройчик. Молодец. Вперед рука с кулаком. Нет. Нет. Нет, лежать. Скажите, да. попить. Да, я не знаю. Ровненько наверное. Становимся. Вот так, стойте. Да. А теперь да. наклоняемся, хвалим. Лежать, да, да, молодец, хорошо. Лежать, хорошо, умничка. Еще раз поднимайтесь. Лежать, хорошо. Лежать, молодец. Ждем. Ай, умничка, да. лежать. Сейчас тихо. Чтоб на фоне радио у него не было. Надо ему все-таки... А теперь говорите, да, молодец. Да, молодец. И кормим аккуратненько, молодец. Чтобы он не вскочил только. Молодец. Все, а теперь гуляй. Даже вернулся, вернулся мой друг. Привет, малыш. Привет. Привет. Это тебе Роя вкуснее пахнет, да? Незнакомое что-то. Ку-ку.
И еще раз, да. Рывочками маленькими его. Давайте, давайте, давайте. Восьмерка. Не тянем, а рывочками. Нет. Нет. Да, вот так восьмерка. Правильно было. Да, молодец. И в другую сторону разочек, хорошо? Да, 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 да. Рывочками. Нет. И отпустили рывочек. Раз, потянули и отпустили. Так, это вот в эту сторону. Ну да. Мне же самой надо понять, как это рывочек. Нет. Восьмерка. Ай, хорошо. Вот по сейчас хорошо. Проходите и хвалите. Да, да, молодец. И покормили. Да, все, кормим. Да, да, Рой, молодец. Хорошо. Молодец, хорошо. Молодец. Умничка. Да, 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 все. Месси. Месси. Тумба. Тумба. За еду, его, за еду, чтобы он полз. Тумба. Да. Первый раз можно, конечно. Тумба. Тумба, Месси. Ух, у Месси тумба. Тумба. И сидеть, сидеть. На тумбе сидеть. И контроль внимания, пожалуйста, коль сядете. Сидеть. Да, и контроль. Месси. Руку брать. Месси. Месси. Зовем. Месси. Еще, еще. Месси. Месси. Да. Ай. Да. Да. Еще раз делаем. Вот не увидела я ваше. Подождешь. Сидеть. Сидеть. Главное, чтобы не прыгал сидеть. Вниз. Так, вам желательно вот карман какой? Да, я, да. Не наклоняемся. Месс. Он может... Месс, да. Отлично.